семейном канале. Здравствуйте, наши дорогие. Дим, на каком канале наши друзья? Дик. Какой канал? Дик. А может он по-другому называется? Дик. Делики? Бэйби Голден. Нет, Делики. Ну ладно, у Дениса на канале Делики, а вообще он на канале Бэйби Гоу. И мы продолжаем настольные игры. Сегодня у нас игра «Соображай и Турбо». Вот так мы выглядим. У нас была уже игра «Соображай и Джуниор» совершенно недавно. Металлические коробочки. И выглядит она совершенно по-другому. Так, мама сейчас зачтет правила. А мы с тобой распечатаем. Смотри, в обычных пакетах. Сейчас ты все получишь, подожди. Тут видишь? Да, мне тоже нужно перетасовать синюю колоду, красную колоду тоже, буквы и задание на синюю. Да, ну смотри, у нас не колода уже не карточная, да, не прямоугольные карточки, а круглые. Давай мы сейчас с тобой перетасуем, если дам буковку, какую ты хочешь букву? А. Хорошо, будет у тебя буква А. И ну давай, и ее возьми, это твои. Ну, в общем, то же самое, нужно открывать категорию, потом букву от себя, чтобы не видел, и кладешь, кто быстрее назовет слово. Ага. Ага. Опять сыграем до пяти. Дэн, ты в чьей команде? Папиной или маминой? Папиной. О, сегодня Дэн с папой играет. Так, перетасовали. Дэн с папой. Сейчас синюю перетасую. Ну, честно говоря, у мамы, видимо, соображалка работает быстрее. Я же не помню. А я тоже не помню, давай. А? Не переворачивай, сейчас смысл показываем, да? Итак, у нас легче килограмма. Легче килограмма. От себя нужно букву поворачивать туда. Но мы поворачиваем так, чтобы нам друзья наши видели. Яблоко! Да, конечно, буква легче килограмма. Одно яблоко? А ты видела яблоко, которое больше килограмм весит? Ну, с какой буквы начинается яблоко? На букву? Вот, какая это буква? Я. Правильно? Я. Папа, мне кажется, одно очко справедливо заслуженное. Мам, на какой буквы начинается яблоко? Ты так, не об этом можно поцарапаться. Об этом можно поцарапаться. Клади. Ручка! Об ручку? Ну, я могу поцарапаться? Нет. Почему? Пап! Дверная ручка. Мам, как можно поцарапаться? Ручка двери. Пойдет? Нет. Режек. Что за режек? Ну, режек что? Нет такого? Нет. Да можно. Рыба-пила. Можно поцарапаться? Ну, ладно, все. Сегодня, видимо, не мой день. Поехали дальше. Ты переворачивай. 2-0. Больше сантиметра. 2-0. Дим, мы с тобой выигрываем. Давай сейчас ты мне предложишь на такую букву, какое слово. Танюш, от себя крути вот ту сторону, чтобы туда идти. Ресница. Ресница, да, тоже сантиметр. Маме отдадим очко. 2-1. Дай тебе еще бы. Ты хочешь перевернуться? Пап, дай тебе бы. Три слова? Это что значит? Подожди, Зека. Давай, красным оно выделено. У нас новая, видимо, штука, мы такое еще не знаем. Может, нам три слова назвать на одну букву? Мне кажется, так, да? Так. Не стоит давать детям. Поехали? По три слова. Стой, стержень, слон, секунда. Фигня какая-то. Да. Сосиска. Сарделька, суп, селедка. Суп, сарделька, селедка, силикон. А ты сказал два слова, а я уже три. Сарделька, селедка, силикон. Нельзя давать детям? Нельзя селедку давать детям. А вообще можно? Можно, рыба так рыба. Сардины. Тоже можно. Сено. Черт! 3-1, Дэн, мы с тобой выигрываем. Тебе сено можно давать? Да. Как то? И силикон можно тебе давать? Да. А ты что с силиконом будешь делать, расскажи мне. Поехали дальше, переворачивай. Можно убили в больнице. Сестра. Какую сестру? Какая сестра? Медсестра. Медсестра. Не, не катит. Сердце. Я пришел в одно не очень хорошее место, не буду называть, чего увидел, там сердце. Селезенку. Мам, ну ты соберись давай. Что-то папа накаркал сегодня. Кто последний? Это тоже новая штука, такого мы не видели. Читай, пап. Кто последний?
Розыгрыш, что последний. Когда открывается карта, то последний один ход партии течет по особым правилам. Игрок открывает следующую карту категории, зачитывает ее и кладет поверх карты, кто последний. Затем игрок открывает карту буквы. Теперь любой игрок может назвать подходящее слово. Далее этот игрок медленно и тихо, но вслух считает 1, 2, 3, 4, 5. Если за время, пока не прозвучит 5, никакой другой игрок не сможет назвать другое подходящее слово, то игрок забирает себе карту категории «Кто последний». Понятно? Угу. То есть у меня есть шанс, если вдруг что. Я взяла себе карту. Так, ну что? Вещь дешевле 100 рублей. Очень, очень интересно. Там много еще. На букву Т. Тюбик. Какой тюбик? Ну, пасты. Ну, хорошо. Тюбик зубной пасты. Раз, туалетная бумага. Два. Ты считаешь? Один. Тучка. Какая тучка? Не продается. Два. Три. Тесто. Раз. Два. Тефтеля. Три. Творог. Ну, ты уже сказал, нормально. Считай. Один. Тыква. Два. А что, тыкву не дешевле 100 рублей? Смотря какой вес. Тыква полкило. Тыква. Да, помогай папе на букву Т называй слова, кто ты знаешь. Надо покажешь. Вот. Вот у нас соображарий. Вот он. Ну, раз, два. Точилка. Три. Один. Удивитесь, обожаю я. Три. Ту. Пять. Удивитесь, обожаю я. Ну ладно, мама, сдавай три. Три, два. Да, ну зато смотри, там еще какие условия всякие разные есть. Здание, постройка. Здание, постройка. Переворачивай. Туалет. Это здание, постройка? Тамбур. Это тоже не здание, постройка. Тамбур. Теремок. Ди, ты читал сказку про теремок с папой? Мне кажется, что у нас счет 5-2. И папы победили сегодня вместе с Дэном. То есть папа, сын, мы win. Друзья, такая вот интересная игра была. Кстати, мне кажется, мы не все правила попробовали. Если вы захотите продолжение, давайте наберем 50 лайков под этим роликом, и мы снимем соображарий Турбо еще раз. Ну а на сегодня все. Ставьте нам пальчики вверх. Подписывайтесь на канал, оставляйте свои самые лучшие классные комментарии. Не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы быть в курсе всех новостей. Да ты же его 100 раз уже видел. До новых встреч, друзья. Пока-пока.